Здравствуйте, родные, здравствуйте, родные. Добрый вечер, Бонсуа, привет. Вечер будет длинный, очень даже длинный. Давай, уберите пистолет. Господа бандиты, Гриша лучший портит. Гриша задыхает, и что беру? Али, дай-ка водки, да, ты сбросишь шмотки. Комета, ты просто полети, комета. Не знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, все без тебя нета. Выглядите, конечно, вы не очень бодренько. Сколько еще самолетов? Ну, и пока еще все. Зато мы были в караоке. И приехали в аэропорт за сколько? За полтора часа, как всегда. Сколько еще у нас самолетов? Мы не опоздали. Говорю, сколько у нас самолетов? Третий раз задаю вопрос. Или у вас уже вынесло? Извините, Три сантиметра. Что такое 3 сантиметра? А, понятно. Решили испробовать кукурузолезницу и с аэропорта Борисполя добраться вот на таком трейне. Лиля говорит, что это из-за того, что деньги закончились. Но я увидела цену на, ну, цену на билет 80 рублей, и я понимаю, что в целом мы мажорки. Это не так уж и дешево. В общем, 160 на двоих. А я стала переживать, что мы, ну, не мажорки. Ну да, да, это действительно очень важно. Что Борисполь аэропорт. Говорят, очень быстро добираться. Сейчас 9 утра и ужасные пробки. Видишь, как у меня кофта под этот. Что сказать, на самом деле очень даже комфортно. Такое как, короче, как обычная такая вообще электричка. Людей немного вообще. Мне кажется, про эту электричку мало кто знает. Скажи. Дорогие мои, я наконец готова вам сказать о том, чем я занималась все это время. Я работала над созданием своего долгожданного YouTube-канала. Честно, было нелегко. Об этом, наверное, когда-нибудь расскажу. Но завтра вы увидите первый выпуск, который был сделан вот этими руками, и не только этими, а еще вот этими. В общем, короче, ребята, у меня просто разрывает на части, клянусь вам, потому что я этого очень ждала. Я сильно хочу, чтобы вы завтра посмотрели, с кем это будет. Пожалуйста, вот напишите в посту, я уже там вот объявила конкурс на победителя, кто догадает, получит точно 100% приз, очень офигенный, такой же офигенный, как и гость, которого вы завтра увидите. Все, я все сказала, вот здесь вот ссылка на мой YouTube-канал, подписывайтесь уже сейчас, чтобы не пропустить этот